Итак, ребята, пока Ольга залечивает свою ногу, я решила все-таки прогуляться. И не просто прогуляться, а еще пару кадров снять. Вот тут какой-то канал, и тут явно проход к морю. Пойду и открою новые земли. Простите, что камера трясется, она у меня в руке. Подошла поближе к морю. Здесь уже более полноводный поток. Тут уже почти видно. Не хочу дальше камеру поворачивать, очень яркое солнце. Здорово так, море плещет. Ребят, не думала, что такой кайф по холоду гулять по пляжу. Хотя, если честно, вчера было гораздо холоднее. Сегодня реально теплее. Я надеюсь, это все снимается, потому что мне ничего не видно. А вот туда, наверное, выход есть. А вот я оттуда зашла. Там, где белый домик. А вот это течет поточек, который был в канавке ограничен. Вот он выходит в море. Мокренький песочек. Ух ты, медуз сколько. Поверите, я уже тут была. По-моему, вот это выход туда, где я как-то заходила. И совсем недалеко. Сейчас попробуем вместе с вами. Попаду я туда, где была однажды. Я помню, я видела стрелять. Заходила, естественно, оттуда. Вид с моря у меня не был. Немножко поближе и поднимаюсь. Да, ребят, я угадала. Это то место, куда я в прошлый раз заходила. Все равно красиво. Хоть и холодно, очень здорово. Попробуй. Солнце светит, как оно получится. Очень ярко. Вообще-то, ребят, я шла в магазин за туалетной бумагой. Итак, сделала кольцо, посмотрела, что где еще, и попала на море. Ну, вот я и дома.